Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Супермаркет «Карусель» в Кирове официально закрылся. С этой недели он больше не работает. О планах закрыть магазин в Джимоле стало известно еще примерно год назад. Причинами называли низкие продажи и ориентацию компании X5 Retail Group на другие форматы торговли. По некоторой информации, место «Карусели» займет другой супермаркет. Называется «Пятерочка» и «Перекресток». X5 Retail Group закрывает крупные супермаркеты во многих городах страны. Так, в Великом Новгороде весной прекратил работу один из двух перекрестков. В Тюмени летом тоже закрылась «Карусель», а в Санкт-Петербурге из-за требований УФАС компания вместо «Карусели» открывает перекрестки. Программа «Экономика». Кластеры легкой промышленности хотят оформить до конца 2020 года. Юридически это будет ассоциация. В ближайшее время должна появиться стратегия ее развития. Сейчас предварительное желание объединиться в кластеры выразили более 15 компаний. В качестве возможности кооперации потенциальные участники кластера видят совместные закупки фурнитуры, тканей и оборудования. Кроме того, члены кластера смогут рассчитывать на поддержку государства, хотя основными целями его создания чиновники называют рост деловой активности и улучшение инвестиционного климата. Экономика на 101 FM. Реальные доходы кировчан сократились на 2,5% в январе-июне 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019. Их уровень составил 97,5%. Точную сумму Кировстат не указывает. Если не учитывать инфляцию, то доходы формально выросли на 1,5% и составили 22 300 рублей в месяц в расчете на душу населения. Треть в этой сумме – различные пособия, пенсии, 58% дохода от трудовой деятельности. Потребительские расходы жителей Кировстата области сократились на 7%, а доля средств, направляемых на оплату налогов, кредитов, выросла на 3%. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 73 рубля 86 копеек, официальный евро 87.74. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.